Всем привет, меня зовут Василиса, вы на моем канале, и осталось всего несколько дней до Нового года, поэтому я хочу снять для вас видео, где покажу, в чем же я, собственно, буду встречать этот Новый год. И так как я всегда делаю все в последний момент, я еще сама до конца не уверена, какой именно образ я выберу, поэтому сегодня их будет три, и в этом году я подбирала их с огромным трудом, если честно, я так долго ходила по магазинам. В процессе видео расскажу об этом чуть подробнее, а вы уже сами решите, какой образ мне идет больше всего. Поехали! Первый образ, мне кажется, таким дерзким. И кто-то даже может сказать, что он не подойдет для Нового года, так как подходит просто вездесущее в этом сезоне платье в пайетках. Но, гайс, я эти платья перемерила почти все, и они мне тупо не идут. Знаете, иногда в моде самое главное не слепо следовать ей, а выбирать тренды, которые подходят вам, вашей фигуре и подчеркивают вашу индивидуальность. Вот это платье точно мне идет, и я знаю, что я могу заявиться в нем на вечеринку к друзьям, и это будет выглядеть круто, и к тому же в нем можно будет гонять весной, надев сверху кожанку и балетки какие-нибудь. Во втором образе я себе представляюсь такой монументальной взрослой женщиной с 5 детьми и кучей миллионов долларов на счету. Ламбада, мы танцуем, мы пара песней, я рядом, но еще тебя не видел. И да, я немножечко могу ими разбрасываться. Лайк, если вас тоже иногда посещают очень странные ассоциации. А если серьезно, несмотря на простоту, фасон и ткань этого платья придают ему самый настоящий голливудский шик, на мой взгляд. А еще есть место разгуляться в выборе аксессуаров. Просто посмотрите на это массивное ожерелье и браслет. Такое не ко всему наденешь. Но в этом наряде это выглядит очень уместно и дорого. Заключительный образ у меня получился самым нежным и утонченным, и на данный момент, если честно, является моим фаворитом. Во-первых, в отличие от предыдущего платья, этот костюм можно будет надеть еще на какое-нибудь мероприятие. Универсальность – это, по-моему, офигительная вещь. А юбку и топ можно даже сочетать с другими вещами. Ну и во-вторых, кружево. Кружево – это абсолютная любовь, лучший способ подчеркнуть женственность и… Да и все. Люблю я кружево, ребята, мне кажется, даже старенькой бабуле я буду в нем зажигать, носить кружево, шаль из кружева, трусы из кружева. Ой, ладно, здесь немножко лишние подробности, так что просто плюсуйте, если тоже его любите. На этом все. Я очень надеюсь, что вам понравилось это видео. Узнать, где и что я купила, вы можете в описании. Так что, если вам что-то интересно, бегом туда смотреть. А также я напоминаю, что жду ваших рекомендаций очень-очень, потому что я реально в ступоре, в чем мне встречать. Обязательно пишите вот прямо сейчас, что же мне идет больше, какой образ выглядит наряднее. Ну а после того, как вы напишите мне свой совет, обязательно ставьте пальцы вверх под этим видео. Не забывайте подписываться на канал, если вы еще этого не сделали. А мы увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока!